Демонстрационный показ «Отряд Лиза Алерт» проводит только раз в год во время форума добровольцев. Инструкторы рассказали, как пользоваться средствами связи и навигации, как проходит поиск человека в лесу и какие подсказки нужно искать на местности. Группы добровольцев не были сторонними наблюдателями. Вместе они искали следы и нашли условно потерявшегося человека. В мастер-классе также приняли участие Южно-конно-кинологический центр и кинологи МЧС. Как рассказал координатор организации Олег Леонов, только в нынешнем году отряд Лизы Алерт провел около 20 тысяч поисков. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Но залог успешной работы – подготовленность тех, кто вызвался прийти на помощь. Мастер-классом поискового отряда заинтересовались не только российские добровольцы, но и иностранцы. Среди тех, кто приехал на кордон Лаура посмотреть на работу поисковиков, были представители Великобритании, Хорватии, Австрии и Саудовской Аравии. А руководство Кавказского заповедника запланировало с волонтерами совместные учения.